Здравствуйте, меня зовут Гульчира Мухаммед Нуровна, я из города Уфы. Мне 55 лет. Я познакомилась с продукцией APL в конце января 2018 года. Сразу я не очень-то поверила в продукт, думала, что это конфеты, как конфеты. Но где-то через 2 недели я подвернула ногу. Пока домой доехала, нога сильно опухла, сапоги сняла в общане, наступить невозможно было. Еле дошла до дивана и позвонила подруге, которая чуть раньше меня начала кушать. Спросила, что можно делать. Она говорит, принимай слайд и стоп через каждые полчаса. Я так и сделала. Получилось, до ночи я приняла где-то штук 10 дрожжей, по 5 штук. Ну и уснула. Утром встаю, просто нога новенькая. Я очень сильно обрадовалась, потому что я еще с 15 лет мучилась ревматоидным артритом, поддерживала себя только с пиявками, ставила пиявки и как-то думала, что у меня все нормально. А вот теперь я уже знаю, что продукт помогает, только его надо кушать. И поэтому я могу рекомендовать, что дрожжи – это не простые, а просто волшебные. Если вы будете кушать, просто оно вам поможет. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.